Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, и добро пожаловать на режим выживания в Роблоксе. Да, сегодня мы с тобой будем выживать на вот таком вот острове. Также у нас есть соседние острова, где живут наши соперники, а может быть и друзья. Ну и как ты видишь, находится не по вот такой вот окружности, и там даже плавает корабль. И, кстати говоря, там еще есть в центре прямо акула, и к ней бы не хотелось попасть. Так, что нам вообще нужно делать? А, я сам сейчас добываю дерево, вот я, короче, не на чего не нажимаю, а он сам подходит и просто рубит деревья. Окей, я тебя понял. Значит, так вот мы добываем быстренько. Давай-ка это мы можем? Нет, это, скорее всего, не можем. Да, куда-то добудем. Давай. И, судя по всему, я выжил 0 дней, но у меня уже есть, соответственно, хижина моя, так сказать, и первоначальные ресурсы. Так, что мне вообще дальше делать? Я не пойму пока что. Значит, мне стрелочка показывает идти сюда. Теперь нужно идти сюда. Так, и идти вот сюда. Вот, я не знаю, честно говоря, что это. Так, снова идти обратно. Что я сейчас делаю? Я не пойму. My island is too small. I need to expand the island to plant more trees. Ага, я должен расширять свой остров. И также я должен сажать свои деревья. Ну, давай-ка. Как садить их, я не знаю. Так, а как деревья-то посадить? Вот, нам нужно идти вот сюда. Вот, получается. А, и теперь я могу купить, получается, еще участок острова. И здесь также добыть деревья. Нифига себе, это, конечно, схема прям экономика, да? Ой, чё, куда меня переносит? Что это за... А, челик у нас плавает. Здесь челик тонет. Ё-моё. Так, что мне делать? Как мне его спасти? Я не пойму. Челик, алло, как мне тебя спасти? Так, бьют, а ну-ка, погоди-ка, бьют. Давай-ка перейдем вот сюда вот. А, вот, получается, мне нужно построить... Подожди, что я сейчас делал? Я, получается, строю причал, хорошо, я его сделал. Так, и теперь, получается, build a raft now. Так, а можно как-то его сделать? Хоп, все, отлично. И теперь я должен вот сюда вот попасть. Так, драйв, давай-ка, погнали. Все, челик, я уже иду, не бойся. He can't hold on anymore, we need to speed up. Да, нужно скорее спасать его. Тогда хоп, помогаем, отлично. Так, подожди, help, все. Подожди, help, help, давай, отлично, все, уходим. Давай, уплываем быстро. Тут такое очень стрёмное, очень жестко и очень сильно, так скорее. Ну все, получается, я спас какого-то человека, надеюсь, он мне как-то поможет выживать, надеюсь, он не будет таким бесполезным. Так, и получается, мы вот так вот высадились, а стоп, челика мы оставили, а, все, отлично, он, получается, на нашем острове, да? Ты вообще кто теперь? А, вот, ты мне, получается, будешь помогать, да, наверное, ну хорошо, давай-ка, значит, здесь нужно добывать деревья, просто добываем реально деревья. Так, а что мы еще можем сделать? С нашим островом. Получается, мы должны его постоянно расширять или что, я не пойму. И, кстати, я бы наш рафт, так сказать, наш плот пригнал бы немножечко поближе, потому что что-то он прям слишком далеко. Так, сейчас развернемся, хопа, и поставим его прямо вот так вот по красоте. Так, давай-ка. Правда, я не знаю, как я им управляю, без весел там и так далее, но допустим. Этот момент мы, так сказать, пропустим. Ну и все, можем, в принципе, высаживаться. А, чего? Я же тебя нормально поставил. Ну ладно, видимо, ему там и место. А ну-ка, что можем еще построить? Давай-ка мы сейчас перейдем, получается, в менюшку. Вот так вот build. А, и у меня ничего нет. Ну ладно, хорошо. Окей. Так, как тебя зовут, я не пойму. Так, как ее зовут? Ее зовут Амелия, что ли? Ну ладно, допустим, Амелия, ладно. У меня, кстати говоря, тут восклицательный знак. И, видимо, что-то нужно делать с этим причалом. А что тут делать, я не пойму. И у меня зарядов еще нет на мой сигнальный пистолет. Но, в принципе, пока что мне он особо-то уж и не нужен. Давай-ка дальше подобываем деревья. А вот, смотри-ка, так, покупаем еще часть острова, давай-ка купим еще, пожалуй, вот сюда, вот, хорошо. Ну и получается, давай-ка по всему кругу купим, пожалуй, наши участки. Так, кстати, здесь уже, смотри-ка, дороже они начинают стоить, ты прикинь, а? Тут уже по 80, тут даже сундучок есть, нифига себе, так, 90 стоит. Чего, фига, я тут расширяюсь, конечно, прикол, смотри-ка. Ой, я нашел сейчас, наверное, пистолет, офигительно. Так, еще такие громкие звуки, правда, я не понимаю, давай-ка сейчас немножечко потише сделаем, потому что это реально прям очень-очень громко. Вот так вот будет более-менее. Так, ну мы продолжаем добывать, продолжаем развиваться, прям построим целую империю, прям уверен. Прям 100% мы будем самыми крутыми на этом сервачке, прям инфа реально соточка. Я бы еще хотел кому-то съездить, но пока что давай мы, наверное, наше путешествие отложим. И лучше будем развивать дальше наш остров. Так, значит, получается 200 уже здесь стоит, так вот 300 стоит, капец. Это, конечно, ценники тут пошли, а. Но наш доход также не уменьшается, у нас доход просто реально все растет и растет. И это очень хорошо, это реально хорошо, так давай-ка с этой части также добавим, и вот с этой, чтобы у нас все, так сказать, было равномерно и красиво. Также можно еще сюда добавить, так вот чисто буду бегать, с каждой стороны добавлять, чтобы реально остров был... А, у меня не хватает, прикинь, мне в первый раз перестало хватать, ё-моё, это, конечно, жесть, куда я все деньги потратил, не пойму, точнее, не деньги, а наши, собственно, доски. Ну ладно, давай-ка будем добывать, в принципе, я думаю, то, что это нам сейчас только и нужно делать, просто добывать. Ну вот, я добываю, и что-то мне ничего не прибавляется, я не понимаю, почему, ну, ладно, давай-ка просто...
просто продолжим молча добывать. Может быть, в будущем что-то нам и прибавится здесь. О, вот, отлично, уже 4500. Так, хорошо, и сундук мы открыли. Отлично, так, нужно сюда поставить по-любому островочек. Также вот сюда, вот, потом еще вот сюда, вот. О, фонтан, ничего себе. Так, ну и с этой стороны делаем абсолютно так же. Здесь также 1500, а мне уже не хватает. И приколи, как же быстро реально заканчиваются наши ресурсы. Ну, слушай, наш остров реально уже выглядит прям более-менее. Опа, корабль, здравствуйте, корабль, заберите меня отсюда, пожалуйста. Ладно, шучу, мне нужно дальше развивать остров. Я же все-таки империю строю, как-никак. Да, нужно добывать деревья и дальше расширяться. Но потом мы кому-нибудь, естественно, съездим. Хотя можем прямо сейчас реально, что тянуть, погнали сейчас кому-то реально отправимся. Так, а мне стрелочка показывает, что нужно плыть в центр. Но туда я не хочу, я хочу сплавать к нашему соседу. Вот просто реально по приколу. Но что-то я смотрю, он прям лучше меня сейчас наразвился. У него там и корабль есть, и все остальное. Слушай, у меня какое-то плохое предчувствие. Может быть, к нему реально не нужно плыть? А то сейчас к нему приплыву, он меня завалит, и потом вообще у нас будет конфликт сторон, так сказать. Ладно, давай-ка отправимся в центр. Погоди-ка, там что, еще есть человек? А, погоди, то есть мне нужно спасать людей, чтобы развивать свой остров, насколько я понял. Так, давай-ка скорее, там корабль, скорее. Ой, корабль, быстрее забираем человека, так хорошо помогаем. Отлично, все, отвозим обратно. Чисто стырили человека и отвозим обратно свой остров. Нет, корабль, стой! Я надеюсь, что он меня не завалит. Капец, это эпик, это реально эпик. Нет, вроде бы он уплывает. Хорошо. Хорошо, что у нас под водой. Нифига себе, там медузы есть. Блин, смотри, как прикольно тут все выглядит, а. Очень атмосферно, но нам нужно плыть. Нам нужно плыть обратно, прям срочно. И да, когда меня нет на острове, то наша древесина постоянно пополняется, потому что у меня там, так сказать, остался человек. И это очень круто. А сейчас будет еще человек, и так мы все быстрее и быстрее будем дальше развивать свой остров. Блин, офигительно. Мне этот режим что-то прям очень нравится уже. Так, хорошо, все, мы приплыли, дорогуша. Давай-ка высаживаемся. Хопа, и погнали. Ты куда пошел? А, все, отлично, здесь, отлично. Ну, продолжаем дальше покупать наши территории. Давай-ка вот сюда еще купим. Потом вот сюда. Вот сейчас фонтанчик тут оградим. Ой, у меня уже не хватает, приколи. Так, давайте, работайте тут все вместе. Давайте, добывайте. А я, пожалуй, может, еще сплаваю за каким-то человеком. А там кораблекрушение настоящее. Погнали, срочно. Там сейчас будут клиентики. Быстрее. Так, это уже симулятор не выживания, а симулятор чисто завлечения клиентов на свою сторону, чтобы они работали чисто на тебя. Блин, прикольно. Но нужно скорее отправляться туда и спасать людей. Правда, я смогу спасти всего лишь-то одного, но, блин, ну хоть кого-то. И, кстати, там же у моего соседа вон улучшенная лодка. Может, я также смогу свою как-то улучшить, но пока что я не знаю, как это сделать. Я должен идти спасать человеков. Людей. Вон они плавают. Я вас вижу, ребята. Черт возьми, там уже акула всех уничтожает. Нужно срочно кого-то спасти. Хотя бы одного. Так, надеюсь, то, что меня она не сможет потопить. Я прям реально это надеюсь. Так, давайте-ка, ребята, первого просто кого вижу спасает. Так, акула пошел вон, получает моим плотом. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Так, забираем человека. Все, уплываем. Погоди, я могу еще кого-то спасти. Стоп. Так, ну-ка, еще одного. Давай-ка, хоп. Подожди, могу или нет? Тихо, давай. И нет, походу не могу. Блин, только одного. Ой, меня еще акула сзади ест. Так, спокойно уплываем. Нет, корабль меня еще разворачивает. Так, нет, 100% не могу никого спасти больше. Ладно, ребята, извиняйте, я уплываю. Давайте как-то сами дальше. Хотя, в принципе, что мне мешает отвести этого человека и потом вернуться снова за еще одним человеком, реально. Давай-ка, наверное, прямо сейчас так и сделаем. Ой-ой-ой, тут надвигается грозовая туча, и походу после этого острова она отправится прямо ко мне. Так что нужно скорее возвращаться. Но сейчас еще заберу одного человека и прямо по курсу корабль, черт возьми. Так, спокойно, корабль. Я, конечно, все понимаю. Нужно тебя вот таким вот образом оплыть и спасти того человечка. Так, здравствуйте, все, отправляйтесь ко мне, срочно помогаем. Хорошо, все, увозим. Че, так корабль прям тут тонуть начал. Ты что, прикалываешься, что ли? Куда ты падаешь? Куда ты тонешь? Скажи мне, пожалуйста. Ладно, видимо, это еще одна просто наших пассажиров, поэтому нужно в будущем туда-сюда опять же сгонять. Но эту мы пока что отвезем на нашу базу. И посмотри-ка, пока меня не было, у меня уже накопили практически 5000 дерева. Это очень круто. Смотри-ка, мы также можем встать на наш причал, открыть менюшку и здесь увидеть характеристики всех наших игроков. Точнее, не игроков, а наших ботов, так сказать, наших NPC. Ну и, собственно, посмотреть их таланты, также здоровье, радость, насколько я понимаю, и какие-то перки. И у них у всех практически 3-й уровень. Да, и все они, так сказать, рабочие, реально. Ну а что ж, неплохо, реально неплохо, да, прикольно. Так, ребятки, давайте добывать. Опа, кто-то нашел клад, и здесь я нашел монетку одну. Не знаю, зачем они пока что мне нужны, но, возможно, в будущем, так сказать, понадобится. Так, а что мы еще сможем сделать? Мы можем апгрейдить наш, собственно, причал. Давай-ка это сделаем. Так, 300 дерева это стоит. Please upgrade
the tree house. А, нужно апгрейдить наш дом, сам приколи. Давай-ка попробуем. Так вот нажимаю, и получается, мне нужно найти мясо, что ли. Также рыбу и все остальное. Или что, или погоди-ка, вот допустим. А, нет, ну ладно. Я могу еще апгрейдить, допустим, вот так, 1800. Смотри-ка, как я быстро сейчас все делаю. Так, прикольно, и получается, теперь можем апгрейдить наш причал. Давай-ка попробуем. Так, опа, апгрейд, отлично. И наша лодочка, походу, также апгрейднулась или что? Или погоди-ка. Да, я могу ее здесь отдельно апгрейдить, это будет стоить 100 нашей, собственно, древесины. Ну, неплохо, смотри-ка, реально наш остров все процветает и процветает. Так, а ну-ка, еще апгрейд, это уже 900 будет стоить. Давайте, ребята, пока что вы там добывайте. Давайте. Нам нужно все прям реально улучшать. Итак, ну что, наступает ночь, и вот чем я могу похвастаться за время, проведенное на этом острове. Да, мы здесь практически уже 24 часа, и, собственно, сейчас ничего вообще не видно, скорее всего, тебе. Ну, короче, мы смогли построить нормальный такой домик, также улучшить причалы, по-прежнему ничего не видно. Поэтому, да, лучше, конечно же, подождать, собственно, утра, и у нас тут уже некоторые легли спать. Так, ну я думаю, то, что нам тоже с тобой стоит лечь спать, поэтому давай-ка отправимся наверх, и здесь, собственно, нет, мы не можем лечь спать, потому что здесь же есть еще другие игроки на сервере. И вот они, скорее всего, ночь скипнуть не могут, поэтому будем ждать утра, ё-моё. Но за это время можно быстренько пофармить ресурсы, либо еще съездить за игроками. На самом деле, я уже устал. Потому что вот, я уже дофигища кого привел. Хотя, посмотри-ка, у нас все-таки все освещает, и более-менее что видно. Так вот, мы улучшили причал, а также улучшили нашу лодочку. Теперь она плавает со скоростью 30 км в час, что очень даже неплохо. Можем, кстати говоря, еще купить здесь один остров, и да, наш остров все расширяется и расширяется. Это, конечно, очень круто. Но есть один неприятный момент, я словил какой-то баг или лаг, не знаю, сервера самого. Дело в том, что у меня с интернетом все хорошо, но почему-то мои все боты, которые находятся на моем острове, они абсолютно все, даже самые новые, багаются. То есть у них есть какая-то задача, и они продолжают ее выполнять. Допустим, вот она идет и застыла на месте, потом эти тоже идут куда-то, вот это вот добывает, правда, здесь уже деревьев нет нормальных, но все же она просто стоит. И этот чел также добывает, как ты видишь, но никак добыть ничего не может, потому что он завис. Хотя у остальных игроков все вроде бы нормально. Я даже к ним ездил, там бегал, меня видели, все хорошо, не знаю. Короче, у меня какой-то реально баг с островом произошел и что-то такое. Ну, в общем, посмотрим, что будет, подождем утра и, собственно, там, да, поглядим, что у нас будет дальше, так сказать. Ну, а, кстати, ночь здесь очень атмосферная, мне прям безумно она нравится, реально. Ну что, наступает новый день, и ко мне какой-то чел пришел, ты что, офигел, что ли? Ну-ка, вали отсюда нафиг, это мой остров, давай-ка, проваливай ты, давай, проваливай отсюда поскорее. Все, вроде бы я его отогнал, да, он уплывает, наконец-таки. Короче, собственно, что я смог сделать за эти 24 часа, проведенных на острове? Во-первых, мы, конечно же, улучшили наш дом, также улучшили пристань, в принципе, я тебе про это уже рассказывал. И также я скрафтил вот такую вот новенькую лодочку. Правда, я не знаю, как ей пользоваться, но она у меня есть. Я бы развивался дальше, но самая большая проблема в том, что у меня, к сожалению, все боты забагались, и даже челик был в шоке, поэтому он поскорее смылся отсюда. Ну и, собственно, это я предлагаю наш сегодняшний видосик завершить. Сегодня мы с тобой выжили целых 24 часа на вот таком вот острове. В принципе, добились неплохих результатов. Я надеюсь, что тебе этот видосик, конечно же, понравился. Если это так, то поддержи его своим лайком, также подписка на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а с тобой был я, Твикли, это был игрушка Roblox, и не прощаюсь, а говорю до новых встреч, друзья!